Всем здравствуйте! Это я, пенсионерка из Крыма. Я приветствую вас на своем канале. Мы в дороге, мы в пути. Эта дорога ведет в Джанкой. Едем мы туда на консультацию к кардиологу. Везут меня дети. И я ведь знаю, что за здоровьем нужно следить. И вовремя обращаться к врачам. Вот и я сегодня приехала к доктору на консультацию. Это доктор из Симферополя. Он приезжает в Джанкой в клинику и консультирует больных. А вот и я надеюсь на его помощь. Мы едем. И я смотрю в окно. Крым. Вообще для всех Крым — это значит море, пляж. Туристы ведь хорошо знают южное побережье Крыма с его горными пейзажами, царскими дворцами Ялты. Также хорошо известен и восток Крыма. Это Феодосия, Коктебель. А вот западный берег Крыма известен благодаря Евпатории. А вот на севере Крыма нет ни пляжей, ни достопримечательностей, нет шикарной природы, только степь до самого-самого горизонта. Но все-таки люди и здесь живут и любят свои места. Здесь практически в каждой деревне есть памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны. Здесь для каждой семьи это их история. Мы вернулись домой. А мама у меня без работы сидеть не может. Вот нарвала слив. И перебирает, моет. В общем, захотели мы джем сливовый, чтобы можно было зимой что-нибудь испечь вкусненькое. Все для собственного желудка, все. О чем человек думает? Только о собственном желудке, о собственном удовольствии. Да, вот так уже жизнь складывается, да? Я думаю, у всех. Каждый что-нибудь да вкусненькое готовит, заготавливает. Ну, а как иначе, правда ведь? Надо баловать семью. Честно говоря, мы не часто сейчас этим занимаемся. Уже этим занимаются наши дети. А сегодня у нас у самих появилось желание что-то сделать самим. Как говорится, взялся за гуж, не говори, что он дёж. Вот и делаем теперь. Хоть это и нелегко. Да-да. Но ничего, сделаем все, как положено. День подходит к концу. Мы сделали все, что хотели. А сейчас мне осталось сказать вам. Помните, мои дорогие, что самое главное – это здоровье. Берегите себя. Но если вы уже чувствуете недомогание, обращайтесь к врачам. Не надо сидеть дома и ждать. Никто не поможет нам, если мы сами не захотим помочь себе. И я от души говорю вам, будьте здоровы. До новых встреч, друзья!